Дмитрий Тюков, чемпион мира по армрестлингу и мастер спорта международного класса. На приходящем в городе Актобе чемпионате страны среди мужчин он выступал в весовой категории 65 килограмм. Как признается Дмитрий, это его первое выступление в новом весе. Раньше это было 60 килограмм и только со сверстниками, ведь спортсмену всего 20 лет. Категория у нас очень была тяжелая. Во-первых, у нас было 33 человека и 10 человек нас было прям сильных. Ребята были чемпионы мира среди молодежи, юниоров, среди взрослых, призеры чемпионата мира, призеры чемпионата Азии, чемпионы Азии. Вот у нас было таких крепких 10 ребят. То есть конкуренция была очень большая. Залог успеха – это, конечно, трудолюбие, не пропускать тренировки. Главное – трудиться, не бояться трудностей. На чемпионате приняли участие около 400 спортсменов со всего Казахстана. Честь региона защищали 9 спортсменов. Илья Ильин, заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта международного класса, президент областной федерации гиревого спорта и армрестлинга, лично готовил ребят. Теперь будем готовиться сначала на чемпионат Казахстана среди молодежи, который пройдет в марте месяце, а потом уже будет чемпионат Азии. Потому что Дима у нас еще он не вышел с молодежного возраста, но уже успешно выступает и по молодежи, и по мужчинам. Чемпионат Казахстана – первый этап для акмолинских армрестлеров. Спортсмены настроены на победу на предстоящем чемпионате Азии. Соревнования пройдут в Алматы в апреле. Рамиль Дусумов, Абзал Балтабаев, Бауыржан Смагулов, Шокан Таукеев, Кокшиек Парад.